Доброе утро, мы находимся в Гамбурге, аэропорт. Вон там вот сразу самолет, сейчас будет взлетать, по-моему, малазийский. Нам сюда заезжать, мы уже вытянулись, все карточки сюда, ждем, кто нас будет заводить. Привезли такие два контейнера. Вон там, видите, кто заезжает, они полностью контролируют машины, все открывают. Самолет стоит, ждет старта. Все, самолет пошел на старт. Летает, набирает разгон. Так, ну все, самолет улетел, нам надо заезжать, счастливо. Вот мы находимся в аэропорту Гамбург. Вот это. Мы уже внутри, здесь самолеты приземляются. Ну там до самого аэропорта еще много ехать, мы уже... Оттуда, по той стороне, приехали сюда, вот, по-моему, 20 километров, по-моему, или 10 километров, да? Ну вот мы здесь о настройке. Здесь о новую башню строят. Вот наш контейнер. Не знают они, если оба не его поднимет. Это мой контейнер, другой придет сюда вперед, назад, то есть, и они вместе соединятся, и будет, видите, внутри уже полностью все готово, их вместе поставят, скрутят, и все, и понеслась жара, погода налаживается, да?